В микрорайоне Талица на улице Фурманова появится тротуар. Проложить там пешеходную дорожку и организовать переход через проезжую часть у городских властей попросили садоводы. Сейчас они вынуждены идти до остановок общественного транспорта по обочине оживленной трассы. Вдоль проезжей части рабочие уже убрали щебень и грунт, начали устанавливать бордюры. Новый тротуар соединит два остановочных пункта – сады и завод «Уником». Решение о строительстве тротуара и организации пешеходного перехода на этом участке дороги в администрации города приняли еще в прошлом году. На благоустройство из городского бюджета выделено около 600 тысяч рублей. Переход у нас будет организован в районе остановки завод «Уником». Протяженность тротуара порядка 300 метров. В течение пары недель, я думаю, уже все работы будут завершены у нас. С окончательным благоустройством